пошел по жесткому. Тоже большой радиус. Андрюха. Теперь 21. Десяточка присела. На Франковский недорого. Чувак, короче, час с тампон, который для грузовиков, у которого центральный захват, вот эта вся фигня. Он там крутит, раскручивает. Это самое. Он дубасил час, и мы говорим, сколько денег? Ну, он не смог его разобрать, он не знал, как оно разбирается. Он его жевал, короче, нифига не нужно. На чем? 66-е колесо. Короче, мы забираем это колесо, он говорит, вот вам квитанция, идите вот там через дорогу в гостинице, там этот, на кассе, ну, на рецепте кассир ему заплатит. 14 гривен. 20 копеек, что-то такое. Просто чувак сживал час это колесо. Так это курс 2 тогда еще был, наверное. Это уже 8-12. А потом, когда вот купили эти колеса зиловские диски, надо два колеса было еще разобрать. Слышит, он глумится поехал, да, над ним, или что, по кругу ездит? Да. Да? А, поглумился, да, и уезжает. Точно. Ну, он просто оборотистый у него мотор. Карьерный маньяк что-то пытался новую трассу сделать. Ну, чуть не проехал, да? Сейчас проедет. Карпатский, да, ему эти горки, да, что по асфальту. Страшный человек. Женя продолжает. Один из лидеров пошел. Обед начался во время гонки. Так бодро начал. Там просто у нас инструмент тяжелый в багажнике. Мы сейчас выложим и будет 3.07. Посмотрите. Не, и выключим задний блок. Задняя блокировка мешает. А ты без блокировок ехал? Без, да? С блокировками он едет прямо. Не поворачивай. Тоже, да? Но если заблокировал его зад вперед. Все равно? Не, он должен тебе дрифтер нести. Ничего подобного. Ничего, у тебя передок работает. Ничего не получается. Да? Пробуксовывают передние колеса, а задние вот управляют. Идет на победу. 4 секунды был проигрыш. Миша, ты второй раз не ехал еще? Ездил. Или третий? Третий. Третий нет. Я поеду, если будет время. Нет, я жду. Потому что у нас еще два заезда. Да? Сейчас разгрузим. А ты первую, ты вторую включал где-то, нет? Ни разу. А. Надо включать. Не, не надо. Все четко, не надо вторую. Не-не, не надо. Я думал, ты переключаешься, ты просто сбрасывал, да? У него понижает крест, крест, крест. Есть одна только. Да. Вот и есть проблема. Вот там потеря, и сзади как-то попробуй. Может, сзади возьми по ненакопанному. Там же можно, там нет ограничения. Или есть ограничения сзади? Нет, там уже все свалено. Да, 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 да,
Понял? А что так? Что там проскочил, да? Ошибился. Ошибился? Опа, там дерево нет. Левая рейка новая. Так. Новая, да? Так подожди, а там он уже был, да? Инструмент у нас, он без инструмента. Ты его, наверное, всем подбрасываешь. На 50. Завелся. 2.58. Макс, 2.57 придется ехать, Макс. Макс, 2.57 давай. Такое тут накопали уже. Ого. Что-то. Что-то. Что-то ты там включил, не то. Заднюю. Вот пытался типа сцеплением, не выключается задняя. Я пытаюсь дергаю, не выключаю. Я смотрю, что вот этот. А, так надо? А ну нажми. Не знаю так. Это правильно? Так хрен его знает. Будь тот, да? А про что это поет? Он одно и то же. Можно выключить? Про Столяра. Про Столяра? Сто лет жизни. Про... А, про Столяра? Да, Руслан, то, что ты любишь. Себя сними, подожди. Давай. Руслану достался самый вкусный кусочек торта. Так они что, не знают, сколько Крису? 25, не всегда 25. Сказали, что 25 сантиметров длина. 25, я правильно же держу? 52. Ты красный угадал. Не выбрасывай, себе оставишь. Вот это кусочек. Смотри, не может заехать, охренеть. Это же Еленваген. Паркетник. Не может заехать, говорит. Ну, лопас может, но недолго. Маш, дай лодку. Макс продолжает ремонт. Что это поломать? Вот она, звезда немецкого внедорожного автопрома. Заехал или нет? Это же Макс там накопал с этим, с Леней. Я заехал туда на первой передаче. Ну, пойти поглумиться, Русь. Иди объедь вокруг. Дай кусочек. Что-то вас за игры будут. Плетку подарили, глянь. Да. Вот тут отрежь мне. Все режу. Вот тут отрежь. Отодвинь, отодвинь. Отдвигаю. Почему не может заехать? Я не понимаю. У нас что, блокировки? У нас все блокировки должны быть. Включил. Молодец. Осторожно. Там сзади Ленина стоит. Давай по фонарику его. Саня, забери собачку. Собачку забери. Собаку забери. Давай, коксу, Русик, давай. Все, несите пистолет. Да что ж такое? Только начнет показывать и сразу спрячет. Видишь, стрельба из этого шариками, она как-то взбодрила залупас. Он такой думает, надо бежать из-под огня. Рус подходит, так тырк и завелся, сел и поехал. Ну и все. Отъехал на безопасное расстояние.
Да не, ну капец какой-то. Выключать, Руслан? Руслан, как только начнет показывать, и сразу прячет. Он только на холостых, и то недолго работает. Он просто отъехал на безопасное расстояние. Сейчас взять этот пистолет, начать опять клацать по залупазу, он опять поедет. Капец он, блядь, старик. А молотит, как знаешь, как в комбайн этот попал. Камень, блин. Ты будешь снимать? Выключай. Да вон, вон же тарахтит сюда. Оба, диагоналочку какую сделал. Подвеска работает, да? Машина проверена. Так, так что, вы готовите к капиталке ее? Так, по-моему, там бензин выливается, смотри, оно аж течет что-то. А, нет, то... А, шарики эти. Смотри, делаешь так, глушишь, а потом опять включаешь зажигание и опять заводишь. Прямо я проеду? Должен. Да. Не, ну смотри, заводишь, глушишь, чтобы оно еще прокрутило, и потом опять заводишь, он тра-та-та-та-та будет делать. Давай сейчас. Думаешь? Попробуй. А потом заводишь опять, типа на оборотах. Да не так, лошара. И сразу... О! Работает! Давай еще! Там шутилинская. Блин, ну она крепкая. Ты представляешь, какой пресс надо? Если бы ты там животом лег, во-первых, труба согнулась бы у Лени на крыше. Но она под форму живота была, труба. Ты посмотри, что делает. Это покрасит сами машину. Да? Так это брата все равно, он скажет, что где-то возле магазина помяли. Самурай унижает всех. Слышь, я там сел, где Юля, и проехал 5 метров, точнее вниз он меня свез, и я все, вся жизнь прошла 4 раза перед глазами. В салоне или сзади? Сзади. Потом говорит, давай, ладно, давай на пороге. Как дал коксу, короче, я вовремя успел спрыгнуть. Это он его с горы пытается сделать. А, это с горы он его дергает? Ну да. Но я и не видел веревку. Штурман, шишек. Ты же в костюме походил. Новогоднего эльфа это у него костюм. Где? Спортивного поляка. Какого новогоднего эльфа? Что, поляк уже был быстро поезд? Попробовал. Не работает, меняйте на нормально. Она, пользуясь случаем, решила выйти с этого. Блин, может, поехали в Диснейленд покатаемся на американский город. Это так он ее уговорил сесть? Ты знаешь, как там страшно? Ты попробуй, пусть он тебя хоть 3 метра провезет. Ну, это вообще дурня катать людей там на капоте. На рогах? Ты знаешь, что ты уже мог выйти из тюрьмы? 4 раза, да? Руслан, ты не туда смотришь! На камеру уже он так и не сделал. Да? Хочет еще Филина покрасить. А Филина сам может себя покрасить. На материалы даст, ладно. Не даст. Неплохо. 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 Да, так? Да, так лучше, да. Бородач.
Макс застрял, Паша, вытащишь, поедешь. А мне нечем. Алло. Да сейчас, может, кто-то. Да не, Жака будет же тут ехать в ту сторону. Чего тебе петлять? На 70. Ну давай. Ты что, серьезно стал? Не-не, это он говорит, давай я тебя оттяну, может. Оттащу. Да, то ты же сказал только до моста, а что мне до моста? С моста сбросим, и будет контент. И что, он по течению в Дарницу приплывет? Ну, да. Все. Что, был звук? Да? Или это кусты не считаются? Глянь, его подрезают все, потому что он маленький. Если бы он был на Хаммере, H первом, да? Что-то у него не так идет, я не могу понять. Не таким голосом ты говоришь. Что, ресурс заканчивается, думаешь? Что это было? Капец. По-моему, все кончается. Не едет. Подсохло. То он там очканул нас на подъеме, видно. Вот вам и патриот. Да, близки были к ДТП. Шуршалось. А ну, опытный дзибер, иди сюда. Иди, мы сейчас у тебя спросим. Экзамены будем принимать. Ты же у нас опытный. Ну да, сколько бугров покорил.
Мы про это еще в Карпатах говорили, не знаю. И в Карпатах тоже не знают. По колее, кажется, такие нарезают, такие нарезают. Типа межколесная промежность какая-то. Да. Как называется тоже? Межколесность. Между колеи тоже. Межколесность тоже. Андрюха. Гребешок. Гребешок, да. Петушок. Надо придумать какое-то название, а то ездим, даже не знаем почему.